Третью годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Самара отмечает большим танцевальным состязанием. За звание лучших борются студенческие коллективы. Современный танец, как объединяющий символ, понятный каждому. Пока команды-участники разминаются, гости праздника греются под музыку и вспоминают, что Крым значит для каждого из них. Сергей Иванов там был 2 года назад вместе с делегацией от Самары. И я общался и со студентами, и со школьниками, и с жителями, которые со слезами на глазах говорили, как они счастливы, что вошли в состав Российской Федерации. Екатерина Жирнова из Симферополя приехала в Самару учиться на хореографа. Когда Крым стал частью России, девушка еще училась в школе. Вспоминает, как все обсуждали исторический момент. Это возвращение Крыма на свою родину и всех людей, жителей тоже на свою родину, Россию. Крым и Севастополь называют своим, родным. Ведь самарцы не раз участвовали в истории полуострова, боролись с врагами на крымской земле. А сейчас при поддержке городской и областной администрации активно помогают развивать новый российский регион. И мы как единая семья, семья многонациональная, семья, которая едины духом, едины общими целями и задачами, сделаем все, чтобы наша страна была великой, и никто больше не посягал на ее независимость и самостоятельность. И замечательно, что в последнее время предпринимаются такие шаги, которые позволяют нам почувствовать нашу державность, нашу самостийность. Те шаги, которые дают нам возможность ощущать себя гражданами великой, достойной страны. Эффектные, динамичные заводные танцы. Жюри с трудом выбирает победителя. Первое место занимает команда Самарского государственного социально-педагогического университета. Приз – поездка в Крым. Мы хотели и очень надеялись войти в тройку, но победить и обойти команды, которые существуют уже по 10 лет, мы не ожидали, поэтому мы до сих пор пребываем в шоке. Все участники получают награды и благодарности от губернатора. И теперь, как в известном фильме, танцуют все. В день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в одном из торговых центров открылась выставка советских туристических плакатов 20-80-х годов. Советские плакаты – уникальное явление в мировом искусстве. В СССР действовала настоящая школа, где специально учили искусству агитационного плаката. Часть крымской коллекции плакатов презентовали самарцам. В коллекции всего около 30 плакатов. Базируется эта коллекция, так скажем, в галерее «Арт-бульвар» в Севастополе, но также мы вывозим ее на различные выставки в Москве, вот в Самару привезли. В Самаре выставка пробудет до 31 марта, после отправится в тур по России. Валерия Макарова, Олеся Корецкая, Константин Головин. События.